Ремонт жилья. Городские власти контролируют ход работ в 30 многоквартирных домах. Навстречу учебному году. В 6-й школе меняют кровлю, а в 9-й и 23-й ремонтируют спортзалы. К юбилею Армавира. В этом году круглые даты отметили Дом Дангулова и детская библиотека. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время на сайте городармавир.ру.